Велес знакомый, Бугагашечка, все знакомые ребята. Они у вас все были, да? Нет, мы с ними воевали тысячу раз. Один только Холк, он был и у нас, и у них. В двух полках был Холк. Вон он летает. Блин, Спитфайр нормально опоздал. Слушай, блин, его нет. На тебе, предатель. Молодец. Блин, Спитфайр такой хороший аппарат. Четверка критованная. Стоит он в засаде, а критованный он. Да. Дайте светуля. Я сейчас забомблю. Вижу. Атакуйте врага. Только четверку может забирать. Критован. Молодец, Ром. Да Кугель там трещит, блин, зараз. Сейчас я точку возьму. Бери спокойно назад, никого нет. Вообще никого. Ничего себе, а ты нажми так вначале. И посмотри, никого нету. Лучше б не говорил, я так себя спокойно чувствовал. Они мне, по-моему, с двух сторон уже идут. Шерман Файрфлай, он серьезный? Союзные войска захватили точку. Британцев качать. Отлично, классно. Вы там не боитесь у аэродрома? Опа, кто меня сбил? Кто меня стрельнул? ПВОХа, что ли, я не понял? Ох, не надо у аэродрома летать, не надо. Так я не долетел еще, блин, я далеко. Парень, мне пушку. О, аэродром прям под боком, ё-моё. Тихо, не лезь, тебя ж ПВО собьёт сейчас. Да я не знаю, что делать, я набираю высоту и жду. Гостей. Кугель возле точки стоит. А за и Холка? Тяжек к вам едет с респаса. Что-то они на Шерманах ездят, блин. Интересные ребята. Идиоты. Шерман. Шерман сила. Есть тут один кадр. Их князь тоже убился. Дим, стой там в засаде. Мы тут пантеры, ребят. Ты там а где-то. У меня тоже уже. Нет, это не вариант. Сразу полку подбивай. А Марк сейчас на каком месте, Игорь? Не знаешь, не помнишь? Перед нами ровно. А вчера был под нами. Понял. Они уже не топы, не в десятке. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Криты. Еще смотрите, сзади вас обходит какая-то фигня. Несу полтонную, подождите. Внимание на карту. Я говорю. Кто-то кинулся, идите на встречу на эшике, я на Бриличу сейчас я бомбану. Да, на точку, на точку. Вордай, кинешь? Убирайте, бля. Как это вообще так? О, хорош. За скалу закинул, лол. А, она мне, ну, не давал пойти. Где танк? Дайте танк. Я вижу там зенитки. Там Бугагашечник подходит на подсерпсином. Не вижу никого, блин. О, тигра вижу, да, вижу. Забрали тигра, нет? Забирай тигра. Забрали? Забрали. Самолеты летят, народ. Кирилл его забрал. Самолеты летят. Летят. Союзные войска захватили точку. Дору забери, парни. Нет, он вернулся. Ты самолет сбил. Еще тварь, еще. Вот этого хрена. Крит, трактор, Пантера 2, Крит. А, тебя забрали. Крит, его сейчас ПВОшки должны сбить. Не надо рисковать жизнью. Сбили его. А я тебе что говорил? Не рискуй жизнью, ПВО есть. Че там, точки без прикрытия, да? У них минус один. Мало. Князь у них ушел. Дима, что там стоишь? Там танк, да? Ну, да, я... Я не знаю.
Да, 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 идет тигр, тигр, тигр. Только не знаю, куда пойдет, к нам или там поедет. Лечу. Теру забрал, тигра забрал. Назад, убери. Нету там никого, не вижу. Пожалуйста. Он по дороге, по-моему, идет. Свет, срочно, где? Света куча. Только времени нет. Забрал. Точки едет. Вижу. Ваше желание, закон. Нифига себе, ты Азат, блин, в шаке. С другого респа танк идет. Да, сейчас, сейчас. 34, нормально. Да. Минус 4 у них. Минус звено, короче. Что-то Холк вообще лошара, один самолет только смог сбить. Да просто устал играть, наверное, еще бывает. Не смог сбить, а мы разменялись. Дора, парни, парни, Дора летит там. Я сбил Дору опять из танка. С танка. Он меня забомбил, да. Гроза уже второй раз Дору берет, он меня забомбил было. Мою команде, летит он такой, а у него от писа второго прилетает такой. Вот сейчас должны, по идее, мы перед ними быть, как вчера были.